духовная музыка, знаменные и византийские распевы, народные песни, произведения классиков. Фестиваль хорового пения «Сретение» для жителей Пушкинского района – событие знаковое. В Красноармейске он проводится 6-й год подряд и в прошлом году получил статус всероссийского. За это время в программах фестиваля приняли участие более 1500 человек. Его бессменным вдохновителем и организатором является настоятель храма во имя свидетеля Николая Чудотворца в селе Царево, священник Сергей Львов. Принимает в качестве зрителя в нем участие не только прихожане наших храмов, но и просто жители города Красноармейска, которые через это, может быть, даже примут свое решение, да, и изменят свое отношение к Богу, изменят свое отношение к церкви. Может быть, для них это будет решающим толчком для того, чтобы переступить порог храма. И, безусловно, этот фестиваль, он еще и носит некий такой миссионерский характер. В отличие от детского пасхального фестиваля «Подснежник», который проводится в Красноармейске с 2000 года, фестиваль «Сретение» собирает на сцене городского дома культуры взрослые и уже состоявшиеся творческие коллективы, в репертуаре которых обязательно должны присутствовать духовные песнопения. Я считаю, что это Божий знак, что мы все-таки под покровом, и нас чтят тоже, и нас видят, нас учат, а мы учимся. И все больше и больше гостей к нам приезжает. Полный зал народа, светского народа, хотя фестиваль православного песнопения. Посмотрите, какие лица, как люди слушают. Он настраивает души на нужный лад. И люди возвращаются к исконному, к своему. Фестиваль этого года посвящен 200-летию великолепного Никольского храма в селе Царево, что расположен между городом Пушкино и Красноармейском. Принадлежал он дворянам Дурасовым. А автором проекта был ученик Баженова и Казакова, московский архитектор Иван Еготов. Вот наш храм каменный, построен в 1812 году, а закладка, которую открыли археологи, была еще в 1575. То есть настолько древнее намоленное место, и он практически не закрывался. В этом году в фестивальной программе приняли участие хоры Даниловского монастыря, преподаватели музыкальной школы и школы искусств «Юность» поселка Березники, Дома культуры имени Гагарина из Сергиева Посада, ансамбли «Ваталинка» из Красноармейска и «Маковец», что при Никольском храме села Царева. Организаторы готовы предложить сценическую площадку и для иностранных коллективов. Тогда статус фестиваля будет уже не всероссийского, а международного масштаба.